мог делать Маугли такого, что не мог делать ни один зверь? На ногах ходил. Думай, удар тоже он себе ничего себе был. Обращаться с огнем. Произведение Рудьярда Киплинга как наглядный пример. Только человек умеет обращаться с огнем. А вот как он это делает, правильно или нет, научат в школе. И как обращаться с электричеством в кружке «Юный энергетик». Пошли искры. Но искр ученики 9 класса Александр и Артем не боятся. Они впервые в роли учителей. В кружок «Юный энергетик» пришли несколько лет назад. Теперь, по словам их педагога, ребятам можно присвоить группу по электробезопасности. Они знают о правильном безопасном использовании электричества почти все. Иметь хорошую проводку в квартире, чтобы не произошло, не было показателя сопротивления большим. Не бояться, а знать, как действовать. Сложные формулы превращаются в простые правила использования чайника или удлинителя. Это наша миссия. Мособлэнерго очень беспокоится о том, чтобы снизить аварийность, в том числе через это. Эффективное использование и безопасное использование электроэнергии – это современный тренд. У нас это такая задача, такая наша миссия – начинать эту работу с малого возраста, с малых лет. И теоретически, и практически. То есть те знания, которые дети получают в теории на уроках физики и математики – это живые знания. Они используются в электросетях, и мы их показываем, как их правильно использовать. Всего в кружок «Юный энергетик» приходит 12 человек. По пятницам после 6-го урока, уже 5-й год, урок по электробезопасности и энергоэффективности проходит с азартом. На счету этих ребят уже немало разработок. После открытых уроков Александр Балахонцев ждет пополнения в рядах юных энергетиков. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».